Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Вас приветствует шахматный феникс, а именно комментатор Кирилл Широков. И сегодня мы подводим итоги личного конкурса, который состоялся в декабре месяце. Да, немного мы затянули с этим, хотели как-то все подвести, и, к сожалению, ничего у нас не получилось, и приходится подводить итоги самому. Ну, что могу сказать? Конкурс у нас был платный, 100 рублей за партию. В итоге приняло участие 9 человек. 9 человек, то есть наш общий бюджет 900 рублей. И распределение средств были таковы. 50% банка забирала победитель нашего конкурса, 30% второе место и 20% третье. Итак, приступаем к оценкам жюри. Итак, вот вы видите, жюри состояло из 5 человек, а именно Олег Соломаха, Дима Анисимов, Петя Андреев, Никита Петров и Кирилл Широков. Итак, оценки Олега Соломахи. 12 баллов. Светлана Камская. 10 баллов. Владимир Михайловский. 8 баллов. Игорь Михалев. 6 баллов. Артур Буюклян. 4 балла. Нарт Бар. И 2 балла. Артур Семдянов. Оценки Димы Анисимова. 12 баллов Камская, 10 баллов Михалев, 8 баллов Буюклян, 6 баллов Михайловский, 4 балла Нардбар, 2 балла Семдянов. Оценки Пети Андреева. 12 баллов Светлана Камская, 10 баллов Михайловский, 8 Михалев, 6 баллов Семдянов, 4 балла Нардбар и 2 балла Буюклян. Итак, оценки Никиты Петрова. 12 баллов Никита отдал Вове Михайловскому, 10 Игорю Михалеву, 8 Светлане Камской, 6 баллов Тугушев, 4 балла Буюклян, 2 балла Нарт Бар. И я, собственно, выставил вот такие оценки. 12 баллов я отдал Светлане Камской, 10 баллов Владимиру Михайловскому, 8 баллов Игорю Михалеву, 6 баллов Тугушему, 4 балла Золотову и 2 балла Семдянову. Итак, мы приступаем к общему зачету и можем видеть то, что с результатом 58 баллов победила Светлана Камская. Второе место у нас занял наше дарование нашей группы талантнейший молодой шахматист Владимир Михайловский. И третье место занял у нас с результатом 44 балла Игорь Михайлов. Итак, все партии вы можете посмотреть на канале Феникса, и давайте посмотрим партию Светланы Камской. Так, ну вот какая-то здесь реклама. Собственно, комментировал партию Олег Соломаха, и в описании к этому ролику я прикреплю это видео, которое заняло первое место. Ну а победители, я прошу вас связаться со мной, мы с вами обговорим, куда именно вам нужно перевести средства. И, конечно же, все я всем выплачу. А на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч.